Добрый день! Сегодня на примере операционной системы Windows 10 я покажу, как отобразить в проводнике скрытые файлы и папки, а также расширение файлов. Открываем проводник. Так, для начала я покажу, какие папки доступны у меня на диске C в данный момент. Вот вы видите 5 папок. Выбираем в меню «Вид». Нажимаем кнопку «Параметры». Выбираем «Изменить параметры папок и поиска». Так, еще один момент покажу. На вкладке «Общие» есть раздел «Конфиденциальность». Если вы не хотите, чтобы кто-то видел недавно используемые вами файлы и часто используемые папки, снимите эти галочки. Вот в проводнике вы у меня видите последние 2 файла. Снимаю галочки, нажимаю «Ок». Последние файлы исчезли. Или достаточно нажать на кнопку «Очистить». И будет произведена очистка данной информации. Теперь переходим на вкладку «Вид». В дополнительных параметрах спускаемся в самый низ. Снимаем галочку «Скрывать защищенные системные файлы». Система выдает предупреждение. Нажимаем «Да». В самом низу переключаемся на «Показывать скрытые файлы, папки и диски». Если вы хотите, чтобы у вас отображались расширения, снимайте галочку «Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов». Нажимаем «Ок». Так, идем на диск C. И вот вы видите, сколько появилось возможных папок, файлов. Теперь вы можете видеть скрытые файлы и папки. Спасибо за внимание.